Еще одна не менее сладкая лошадка, подружка Калинки. Это Афродита. Посмотрите, какое замечательное, милое животное, такое же чуткое. И на той же стадии у нас проблема с доверием. Когда я подхожу к лошади, она поворачивается ко мне попой. Но не для того, чтобы легаться, а просто не доверять. Но знаете, что за годы работы с лошадьми, я вот что заметила. Такое дело, что лошади очень чутко чувствуют напряженное, нервозное состояние человека. И в связи с некоторыми так обстоятельствами, волнениями, так сказать. Сейчас я перекручу камеру. Короче, лошадки очень чутко чувствуют состояние человека, тренера. И если есть нервы, то, в принципе, животное отвечает тем же. Нервами или недоверием и все такое прочее. Короче, вот такая у нас Афродита. Свое имя она получила из-за своей довольно такой кудрявой гривы, можно сказать, пенистой. Посмотрите. Посмотрите, она же действительно как пена. Сейчас не получается заснять. Итак, посмотрите на эту замечательную пенистую гриву волнистую. Видно, видно? Посмотрите, она ведь действительно похожа на пену, да? И сразу, с первого же раза, как я крикнула ей «Афродита!», она среагировала на свое замечательное, красивое. Наверное, это самое красивое имя в нашем табуне. И досталось оно, конечно, этой лошадке. Итак, что сегодня я собираюсь делать? Сегодня я вас познакомила с Афродитой, а пару дней назад с Калинкой. И я хочу сегодня вам показать все же, как они себя ведут при виде машин. Так, ну котик ты, бегемотик. Прям весь обвился об мои ноги. Наверное, я слишком сильно на дорогу пробежала лошадь. А где же остальные наши ребята? Ну ладно тебе, Калинка, что ты от меня носишься так? Все, провязала поближе к ограде. Все же слишком сильно выходить лошади на дорогу не надо. Даже не лошадь может виновата быть, а какой-нибудь чудак. Есть такие чудаки, которые носятся и словно не видит. Поэтому вот я вам говорю, вот эту бдительность терять нельзя совсем ни капельки. Заодно посмотрим, как взрослая Вита реагирует на машину. Как видите, никак. Ну что же, смотрим на реакцию Калинки. Вот Калинка. Отличная реакция. И Афродита. Смотрите. Отлично. Браво. Ну что ж, подружку Афродиты отвела на пастбище. Посмотрите, как это выглядит. А вот Афродиту поведут пока домой. Домой. Афродита, девочка моя. Вот, более-менее стоит нормально. Уже несколько машин проехал. Реакция была замечательной. Вернее, отсутствовала какая-либо реакция пугливая. Вот, кошак опять помогает. Так. Нужно идти домой. А вы можете поставить нам лайк, подписаться на канал
и смотреть другие более интересные видео на нашем канале. До новых встреч, пока-пока.